Всем привет! Сегодня опять посылка с Китая. На этот раз я заказал снова чехлы. Вот сейчас откроем мы ее. Вот мы ее открыли практически. Заказал я два чехла на Fly IQ40. 410i Phoenix 2. Вот видим сами чехлы. Один. Второй заказывал другу. Вот. Два цвета. Черный и синий. В целом они мне обошлись в $14. $7 каждый чехол. В комплекте идет какая-то пленочка в пакетике. Вот такая вот она. Также я хотел сказать, что изготовлен из кожзаменителя. Вроде не пахнет. Так. Сейчас покажу, как выглядит сам чехол вместе с телефоном. Плотно входит бампер. В бампере все отверстия совпадают с кнопками. Также вот выход музыка для музыки. Стежка на магнитике свободно открывается и закрывается. Вот видим такой чехол. В принципе, я доволен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.